попрошайка. Ух ты, попрошайка. Лапу давай сюда. Давай лапу сюда. Вот, молодец, ходит. Сейчас достану. Сейчас достану. О, о, все, все, иди. Главное, чтобы было тепло. Главное, чтобы я не мерз. Задница у меня не мерзла. Добрый день, дорогой зритель. Здравствуй, уважаемый подписчик. Так, ролик сейчас будет. Ну, деревенский ролик, но просто канал у меня деревенский. На тему рыбалки. Ну или моего времяпрепровождения. Так, это меня зовут Влад. Я в России, в Западной Сибири, в Омской области живу. Выходной день. Сейчас наступает такое время, когда зима уже вот-вот кончится, а весна еще не началась. И в это время, ну застой, скукота, что делать? Работы полно. Ну выходной день-то сильно не это, работать нельзя по православным практикам, только необходимую работу сделать. Какую работу? Да я сделал уже с утра, даже трактор не заводил. Ну а кому интересна тракторная тема, елки-палки, там смотрите, там я насчет трактора столько понаснимал, сколько можно одно и то же. Насчет животных тоже полно понаснимал. Иногда хочется и развлечься. А как развлечься? Развлечься, то есть отвлечься. Как это можно сделать? Ну, в общем, ездил я сегодня, смотрел, идет ли где-либо рыба у нас, в нашей стороне. Идет или не идет. У нас тут кругом полно озер. И близко которые. Ну иди, вот, вот все, съел булку. И теперь будет здесь сидеть возле меня. Будет попрошайничать. Садись тогда рядом со мной, я тебя поглажу. Булок у меня больше нет. Все, садись. Ну, не хочешь садиться, стой. Стой, я тебя маленько буду чесать. Поначалу я тут возле деревни поехал. Там, посмотрите, прямо здесь, возле деревни, значит, живое озеро. Все с снегом, знаете. Ну, в общем, в этом году снега мало, но все равно подъехал к ближайшей улице, посмотрел на высокое место. Можно было, конечно, ехать в другое место, но я там место повыше нашел, чтобы можно было взять. Куда? Куда? Куда ты потащил? Ну вот. Зачем ты будешь сейчас таскать? Вот сиди. Нашел место, где повыше. Вот иди сюда. Иди сюда, я тебя буду чесать, а ты главное, не дергайся. Посмотрел, если рыба идет, то ну, от рыбаков следы должны остаться. Но нужно, самое главное, вообще мне рыба, она вот даром не нужна. Но интересно. А вдруг пойдет, а вдруг мне улыбнется удача. Вот это вот, а вдруг заставляет не лежать дома на диване, а побегать и посмотреть, а что и как там у людей получается. Ну как, идет рыба или не идет? Ну, приехал на наше озеро, у мужика местного спрашиваю, ну что, народ-то ходит на озеро, там пытается рыбачить. Ну, говорит, вот ездит туда, с живого на заднего озера. Пешком же не пойдешь. Подошел, посмотрел, смотрю, на озере ни души, ни одного живого человека. Но следы есть. Следы и от снегоходов, и следы от этих, от людей. Ну, я так понял, что с осени мордушки стоят, а может быть и сети стоят, периодически приходят, поглядывают там, поймалось, что не поймалось. На живом-то озере у нас карась, а в основном идет ротан. Вот последние года крупный ротан. Ну, постоял, посмотрел, ну что, озер-то полно здесь еще, на самые доступные озера. Поехал в соседнюю деревню. Ну, это километров 10, наверное, до соседней деревни. Там какую? Ну, вам, если уж так кому интересно, спросите, если кто из самичей будет смотреть. Приехал, а там, значит, большое озеро, и рядом, значит, есть протока с маленького озера. Ну, что, я это самое, я в ботинках, а самое главное, я инвентарь взял, лопату. У нас чем рыбу ловят? Лопатой долбят. Просто лопата для того, чтобы если машина нигде ничего не застряла, на всякий случай. И если есть открытая лунка, то хотя бы сделать тягу. Ну, я не столько поискать, главное поискать, где идет или не идет. Приехал на озеро, идти пешком, ну, блин, что-то как-то лень. Ну, я что, с помощью этих,
дистанционного наблюдения. Посмотрел, когда там увидите, там и стоит знак стоит, что рядом с соседней деревней ходит полно скотины. Ну там кони ходят, там все истоптано, все избито. Но на озеро с дороги есть выход. Посмотрел, тропинка хорошо натоптана. Главное, сверху-то не видно, через камыши там уже. Короче, значит, с этого места, значит, глаз поднялся, посмотрел, ага, куда идет тропинка. И, значит, выехал, посмотрел дальше туда на озеро. Ну, вот посмотрел и южное направление, и северное направление. Далеко не стал туда дальше уходить от озера, потому что народ туда не ходит. Ну, вот где... интересно, конечно, посмотреть, какая глубина. Значит, глубина. Но чтобы посмотреть, какая глубина, надо, чтобы были лунки свежие. Ну, не будешь же там долбить, стоять, ради того, чтобы заглянуть, какая глубина льда. Тропинка есть, следы свежие есть. Видно, что люди ходили там, долбили. Но вот как она идет? Когда эта рыба идет? Она, днем она идет или ночью? Ну, вот, поначалу, прежде чем поймать, нужно сначала определиться и понять. Ночью приезжать туда нужно с фонариком. Или днем она пойдет. Ну, главное, я приехал, посмотрел, следы есть. Это очень хорошо. Камыш, ну, так, вроде бы вода не вонючая. Мне сероводорода мало. Обычно, если когда зимы холодные, снега много, лед толстый, то вода начинает затухать, и много сероводорода начинает рыба задыхаться. И вот когда рыба задыхается, в это время под весну местные рыбаки, мужики бурят или долбят лунки и делают тягу. Конечно, нужно на тягу ехать вдвоем, чтобы один с сачком тянул, а второй лопатой. Ну, а я что-то... Мне главное поездить, посмотреть, есть рыба или нет рыбы. Люди пытаются поймать или непонятно. Полетал, посмотрел и туда, на ту сторону озера прошел. Прошелся, значит, над озером. На той стороне следов нету, только следы от снегоходов. Ну, это, видать, и охотники ездят, или еще, может, какой-то охотнадзор ездит. Ну, так-то, в общем, понятно, что рыба вот-вот-вот-вот должна пойти. Ну, что сделать? Буду ждать, когда будет стабильное тепло. А у нас какая пока сейчас температура? Ночью минус 15, а днем солнце выходит, температура поднимается до минус 3. Ну, тепла еще нет. Ну, дорога уже, снега мало в этом году, уже подтаяло, особо снега нет. Ехать можно нормально.
Ну вот так вот я сегодня порыбачил. Кому интересно было, поставим лайк. Неинтересно, мало рассказал или мало показал, ставьте дизлайк, тоже сильно не огорчусь. Заходите на канал, значит, в раздел «Популярные», посмотрите, что там. Полистайте в раздел «Видео», полистайте, что вам интересно. Или просто напишите запрос, значит, 1, 2, 3 слова, что вам нужно. И у вас будет ответ, и посмотрите тот ролик, который вам нужен. Ну, а всем хейтерам привет. Вы меня смешите своими этими комментариями. Ну все, ладно. Пойду дальше заниматься делами. Вот так вот у меня сегодня прошел выходной день. Ну все, всем пока. До свидания. Жду вас на следующих роликах у меня на канале.